Сегодня президент Исламской Республики Иран Ибрахим Раиси прибыл с официальным визитом в нашу страну. Состоялись узбекско-иранские переговоры на высшем уровне. Руководители государств рассмотрели широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества. Новый Узбекистан обозначил активный и открытый внешнеполитический курс. В предельно ясной его повестке стремление последовательно расширять страновое и глобальное партнерство. Ведь это так актуально и востребовано в нынешнее время. На фундаменте взаимного доверия выстраивается в наши дни архитектура партнерства Узбекистана и Исламской Республики Иран. Оно в последние годы наполняется множеством новых совместных проектов и программ в различных сферах. И с этой точки зрения нынешний официальный визит в нашу страну президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси по приглашению президента Шавката Мирзиёева, участие высокого гостя в мероприятиях Самаркандского саммита ШОС – событие знаковое. Новый шаг стран и народов навстречу друг другу. На полях визита задались целью лидеры детально рассмотреть вопросы дальнейшего развития и укрепления многоплановых отношений. Обозначить драйверы роста для расширения практического взаимодействия в сферах торговли, промышленной кооперации, инноваций, транспорта, энергетики, туризма, других направлениях. Итак, сегодня президент Исламской Республики Иран Ибрахим Раиси прибыл с официальным визитом в Узбекистан. В аэропорту Самарканда президента Ирана встретили премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица. Торжественная церемония встречи президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси состоялась в Конгресс-центре Самарканда. На площади, украшенной государственными флагами двух стран, в честь президента Ирана был выстроен почетный караул. Лидеры двух стран поднялись на трибуну. Прозвучали государственные гимны Узбекистана и Ирана. Обошли строй и поприветствовали почетный караул. В церемонии приняли участие члены официальных делегаций двух стран. Здесь, в Конгресс-центре Самарканда, состоялась встреча президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси. Глава Узбекистана отметил, что настоящий визит президента Ирана носит исторический характер и поздравил с 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами. С удовлетворением было отмечено, что за последние годы узбекско-иранские отношения обрели новую динамику развития. В ходе переговоров руководители двух государств обсудили вопросы укрепления двухсторонних связей, расширения практического взаимодействия в политическом, торгово-экономическом, инвестиционном, транспортно-логистическом и культурно-гуманитарном направлениях. Особое внимание уделено партнерству в области торговли и транспорта, научно-технической и инновационной сферах, а также сотрудничеству между регионами двух стран. Стороны с удовлетворением отметили наблюдаемую в последние годы активизацию двухсторонних контактов и взаимных обменов. Растут также показатели торговли и количество проектов кооперации. В прошлом году товарооборот увеличился на 73%, а с начала этого года на 15%. Состоялись очередное заседание межправительственной комиссии, совместный бизнес-форум и научно-инновационный форум, учрежден совместный инвестиционный комитет.
Подчеркнуто наличие широких возможностей для дальнейшего наращивания товарооборота до 1 миллиарда долларов в ближайшей перспективе. Для этого будет принята соответствующая дорожная карта. Кроме того, предусмотрено заключение соглашения о преференциальной торговле. Отмечены уже реализуемые и перспективные проекты кооперации в сферах сельского хозяйства, фармацевтики, нефтегазовой отрасли, производства стройматериалов и металлопродукции, науки и инноваций. Рассмотрены перспективы локализации производства путем создания совместных промышленных кластеров. Отдельное внимание было уделено транспортно-логистическому взаимодействию. Отмечалось, что расширению возможностей в этом направлении будет способствовать налаживание автотранспортных перевозок по маршруту Узбекистан, Туркменистан, Иран, эффективное использование потенциала порта Чабахар, облегчение условий въезда и транзита грузов. Обозначена важность активизации экономических, туристических и культурных связей между регионами двух стран. Состоялся также обмен мнениями по афганской проблематике. Ибрахим Раиси пригласил президента Узбекистана посетить Исламскую республику Иран с ответным визитом в удобное для него время. Узбекско-иранские переговоры на высшем уровне прошли плодотворно и в конструктивном духе. По итогам встречи подписано 18 документов, охватывающих различные сферы сотрудничества. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и президент Исламской Республики Иран Ибрахим Раиси подписали совместное заявление, в котором закреплены основные договоренности и определены долгосрочные задачи по дальнейшему наращиванию многопланового сотрудничества между двумя странами. По итогам переговоров подписаны двусторонние соглашения и меморандумы. Это соглашение об упрощении визовых процедур для представителей предпринимательских и научных кругов, а также туристических групп. Соглашение о взаимном освобождении от визовых требований обладателей дипломатических паспортов. Программа сотрудничества в сфере туризма на 2022-2025 годы. Меморандум о взаимопонимании в сферах науки, техники, а также инноваций. Меморандум об обмене электронной таможенной информации, о передвижении товаров и транспортных средств через таможенную границу. Меморандум об обмене электронной информации касательно ЭТИР. Меморандум о сотрудничестве в сферах науки, исследования, образования и технологий. Меморандум о вопросах экологии и защиты окружающей среды. Соглашение между министерствами сельского хозяйства. Меморандум о сотрудничестве в области здравоохранения, лечения, проведения научных исследований, образования, фармацевтики и медицинского оборудования. Меморандум о сотрудничестве в сфере спорта. Меморандум о сотрудничестве в сферах нефти, газа и нефтехимии. Меморандум об осуществлении международных грузоперевозок и транзита через порт Чабахар. Программа сотрудничества между Министерствами иностранных дел на 2022-2024 годы. Меморандум о вопросах занятости и трудовых отношений. Также подписаны документы между Институтом востоковедения имени Абу Райхана Бируни Узбекистана и Организацией архива и Национальной библиотеки Исламской Республики Иран, а также фондами Ибн Сины двух стран. Напомним, что 15-16 сентября президент Исламской Республики Иран Ибрахим Раиси примет участие в мероприятиях 22-го саммита Шанхайской организации сотрудничества.